Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня продолжим делать расклады и разборы. Таро «Моя любовь». Таро – это мини-изображение всей Вселенной, которая понятна человеческому разуму. Поэтому мне Таро так интересно. Для меня Таро – это своеобразная игра. Игра интереснее, чем любые шахматы. Игра интереснее, чем любая другая, которую я знаю. Это игра самой жизнью. Для меня это так, для меня это определенная головоломка, это определенная система, и это определенная магия, таинство и волшебство, которые раскрываются через карты, через 78 арканов, которые позволяют с помощью их комбинации получать каждый раз совершенно уникальные разборы. Сегодня мы разберем небольшой раскладик. Буквально несколько карт, я дам их характеристику, потому что мне кажется, что это будет интересно. И тот посыл, который пришел через карты, он может быть интересен и полезен для многих людей. Поэтому я решила с вами поделиться. Если вы хотите сделать личный свой расклад на свою ситуацию, любую ситуацию, которая вас волнует, которая вас триггерит, или вы стоите перед каким-то выбором, или что-то вас тревожит, вы можете обратиться ко мне лично. В описании данного видео есть мои контакты. Буду рада взаимодействию. Ну что ж, я перейду к раскладу. А вернее, к тем картам, которые выпали в этом раскладе. В раскладе выпали две числовые карты, которые я бы хотела разобрать. Первая карта – это пятерка жезлов, она называется «Борьба». И карта, которая является картой высшего порядка, которой нужно перейти. И состояние борьбы – это карта удовольствия, шестерка чаш. Числовые карты являются такими состояниями, эмоциями. Это не старшие арканы, это не карта двора. Из них мы можем выходить, но тем не менее, проживая то или иное состояние, может быть достаточно тяжело, если это какой-то тяжелый аркан, сложный аркан, то иногда требуется помощь и понимание, как из него выйти, что нужно, иногда требуются подсказки на жизненном пути. Пятерка жезлов относится к сефире Небура. Это сефира на древе жизни, которая находится во второй триаде. Она находится не по центральному столпу, а с краю от него, не по центру. То есть это неуравновешенная карта. Это фиксированная карта. И она относится к стихии огня. По знакам зодиака это у нас Сатурн во льве. То есть лев тоже фиксированный огненный знак. И Сатурн такая тяжелая планета, большая, да, которая немножечко придает вот этому движению такую разрушительную окраску. Борьба всегда, когда кто-то борется, всегда кто-то может страдать. Да? То есть борьбы без сопротивления, без какого-то напряжения не бывает. Пятерка жезлов относится к сефире Гебура. Гебура относится к планете Марс. Марс – это сама по себе огненная стихия, и еще вдобавок вот такая карта, получается такой вулканический взрыв. Вообще пятерки – это, если четверки – это проявление формы в материи, то есть это вторая триада сефирот, то пятерки – это уже некое движение этой материи, то есть это идея, сформированная в движении материи. И вот наш прекрасный огонь выливается в борьбу.
Борьба – это рассматривается в Таро не как что-то плохое или что-то хорошее, но тем не менее в данном случае карта неуравновешенная. При том, что в высшей триаде нет дуальности как таковой, то в средней триаде Сефирот и в нижней триаде Сефирот дуальность существует, особенно в нашем земном мире. Вот. И когда мы боремся, это может быть проявлением каких-то страхов или изначальных наших паттернов поведения, изначальных наших страхов, например, о том, что надо все время с кем-то бороться, сопротивляться, там, расталкивать локтями, да, куда-то какой-то есть враг обязательно, есть конкуренты. И вот эта мужская стихия огненная, она проявляется вот в этом вот, в этой борьбе. Если смотреть на гексаграммы Эдзин, то есть такая гексаграмма 38-я. Она как раз соответствует генному ключу, в тени которого находится борьба. В основе этой борьбы лежит страх за выживание. То есть страх потери жизни, страх оказаться за пределами этой жизни, оказаться не у дел. Вот, поэтому происходит желание все время с кем-то повоевать, побороться. Вот, но это состояние, оно хорошо, если оно включается моментно, разово, если оно вам действительно нужно для решения какой-то задачи. Если это состояние, которое у вас внутри, то этот огонь, он начинает уже сжигать вас самих, и забирает все ваши силы на вот эту борьбу. И вы не можете насладиться жизнью, потому что следующая карта, которая в раскладе выпала, это как раз карта шестерка чаш, она называется удовольствие. Когда мы боремся, нам может не хватать силы времени на то, чтобы наслаждаться жизнью и получать удовольствие, которое на самом деле всегда есть. И мы просто иногда его не замечаем и не находим пути его получения. Как человек создан для счастья, да, как птица для полета, известная цитата русского классика. Так вот, удовольствие — это и есть вот этот полет, полет счастья, полет птицы, когда мы можем наслаждаться в уравновешенном состоянии фактически всем, что нас окружает, любым действием. Наслаждаться можно вещами, которые, казалось бы, для обычной жизни кажется, ну что там такого? Это наша обыденная жизнь. На самом деле в этом и есть наслаждение. И когда человек уравновешенный, и он находится вот в этой хорошей шестерке, он может получать это наслаждение из самых простых вещей. Например, прогулка, созерцание природы, созерцание цветов, созерцание животных, созерцание неба, общение с близкими, родными, дорогими вам людьми, разговор с незнакомцем, созерцание предметов искусства. То есть масса вещей, которые могут принести нам удовольствие, если мы находимся в ресурсе, если мы не находимся в состоянии борьбы и если мы уравновешены в своих стихиях. Что такое шестерка? Шестерка — это Сефира Тиферет. За нее отвечает Солнце. Солнце также находится в самой этой числовой карте. Здесь Солнце в Скорпионе. Скорпион — это тоже фиксированный знак, как и лев. И это знак, который символизирует плодородие. И в данном случае Солнце в Скорпионе находится в очень такой выигрышной позиции в Сефире 6, потому что сама Сефира является шестеркой, солнечным знаком. И
вдобавок еще вот такое зодиакальное положение. Сефира Тиферет, если мы посмотрим ее на древе жизни, она как раз-таки является центром древа. Ну, относительным центром, но вот она уравновешена и справа, и слева, и сверху, и снизу. И она сама по себе является таким солнцем. Если посмотреть, то от нее, как лучи, в разные стороны расходятся проходы к другим сефирам. В том числе, это единственная сефира, которая имеет прямое сообщение с верхней триадой, с сефирой Кетер. Я имею в виду сообщение у всех сефир, которые ниже бездны, то есть это средняя и нижняя триады. Поэтому все шестерочки, они очень-очень приятные, я их очень люблю. Вот. Что такое еще 6? Хочу вам рассказать про это число. 6 – это две тройки, а тройки – это треугольники. Треугольники – это направление. Ну, помимо всех других смыслов троицы, тройка – это направление движения. Стрелки всегда рисуют, да, вот таким треугольничком. Вот, и, значит, лилии на данной карте, они изображены в форме треугольников. То есть три чаши сверху – это один треугольник, он смотрит вверх. Это как эволюция, наш поток, направленный наверх к Богу. И второй треугольник лилии и чаш, он смотрит вниз. Это как инволюция, как нисходящий поток божественный к нам. То есть человек может развиваться эволюционно и инволюционно. И в данном случае эти потоки, они уравновешены. Они уравновешены и дают очень такую мощную, солнечную, красивую позицию, которая как раз и называется удовольствием. Сегодня утром я ехала, когда на машине, меня вышли передо мной, перед машиной две собаки, и прямо передо мной одна перешла на другую сторону, то есть у меня было две точки такие черные, и впереди еще стала чуть дальше проходить черная кошка, то есть такие три черные точки, и она как раз стала посередине, когда я подъезжала, и получился такой треугольник, и получилась такая как стрелка, путь открыт. Такая тоже мне интересная была сегодня подсказочка про вот эти треугольники. То есть это для меня очень хороший такой, хороший знак. То есть, по идее, можно было бы испугаться, ой, там черная кошка. Но я, конечно, увидела вот этот треугольник. То есть я увидела то, что я знала, то, что как раз над чем я работала. Вот эти треугольники. И вообще сейчас троек очень много в моем пространстве. Я, может быть, расскажу про это как-нибудь в другом видео. Вот. Но про тройки, конечно, очень интересно. Вот эти треугольники. Вот. И эта карта числовая Таро, она соответствует Вэйцзин, гексаграмме 20, которая как раз называется созерцание. Это то, про что я говорила. Когда мы немножечко как бы отдаляемся от того, что с нами происходит, и смотрим как бы со стороны и наслаждаемся, получаем удовольствие от того, что мы видим. Например, там можно получать удовольствие от общения с животным. Да? Вот, например, я глажу собаку и получаю от этого удовольствие. Или я сижу на природе где-то, воздух обдувает меня, и я получаю колоссальнейшее удовольствие от этого. Или там, например, делаю какие-то физические упражнения, желательно на природе, и тогда ну, наслаждение и удовольствие просто колоссальное. Это такой прилив сил, такое наслаждение, такая радость, что просто становится очень и очень хорошо. И в этой карте совершенно нет места никакому сопротивлению. Уже не нужно уже ни с кем бороться. В
все уравновешено, тебя уже из вот этого неравновесной позиции вернули обратно в центр, ты уже центр этой вселенной, ты уже вот это солнце, и все вокруг тебя крутится и не отвлекает тебя от того, чтобы жить, наслаждаться и получать удовольствие, которое, как я повторюсь, оно всегда есть, оно никуда не девается. Все энергии в мире, они всегда уравновешены. Если кто-то испытывает желание борьбы, злость, ненависть, разочарование, значит, где-то есть совершенно другие энергии. И то, где мы находимся своим вниманием, это уже зависит прежде всего и от нас самих. Вот, ну, чтобы понять еще, каким образом пройти из пятерочки к шестерке, обратим внимание на то, что проход из Сефиры Гебура в Сефиру Тиферет – это проход старшего аркана регулирования. Этот старший аркан говорит о том, что необходимо время, чтобы уравновесить все наши энергии, все, что нас отвлекает. Чтобы процессы прошли, нужно время. И нам нужно просто собраться. Что такое старший аркан регулирования? Это когда все уравновешено. Что снаружи, то внутри, что сверху, то и снизу. Во что ты веришь, то есть ты как думаешь, так видишь. То есть у нас вот эта шестерка, как и как раз старший аркан регулирования, они такие, получаются, зеркальные карты, да, то есть если мы вот так вот их отразим, мы поймем, что это как получается равновесная позиция, да, вот, то есть здесь две, справа, слева и сверху, и снизу тоже по одной, все очень хорошо, равновесно. Так, и еще хочу сказать по поводу того, как вот прийти к такому равновесному состоянию. Дело в том, что шестерки – это еще сефира, которая отвечает за все мечи. То есть она содержит всю стихию мечей. Мечи – это ментал, воздух. А главная задача вот мечей – сына, чтобы отец и мать, то есть стихии воды и стихии огня, мужская огня, женская воды, чтобы они пришли в гармонию, пришли в любовь и перестали между собой воевать и бороться. Вот. Так, и какие еще мне подсказочки выпали касаемо этого конкретно расклада? То выпал как раз принц мечей, собственно, принц мечей, он как раз и сидит там в этой сефире Тиферет, красота в шестерках, и он подсказывает, что нужно отрезать все ненужное, все, что нам мешает, чтобы эти мысли, которые подстегивают нас совершать какие-то ненужные поступки, которые на самом деле из нас высасывают просто энергию, их нужно отрезать, обрубить и забыть про них. Следующая карта, подсказочка выпала, прибыль. Это девятка дисков, приятная карта. Она говорит о том, что в состоянии удовольствия мы способны получать прибыль. Прибыль здесь имеется в виду и материальная, то есть это денежная, и другие виды прибыли, то есть любые виды прибыли, даже энергия, это все относится сюда. То есть в ресурсном состоянии к нам приходит. Когда мы боремся, может уходить. Когда мы в хорошем состоянии ресурсном, к нам идет приток. И выпал старший аркан Иерофант. Иерофант – это об учении, это верховный жрец, верховный учитель. То есть, чтобы научиться выходить из вот этого состояния борьбы и научиться наслаждаться жизнью, для многих людей это целая огромная задача. Иногда это задача, на решение которой уходит вся жизнь. И тут может понадобиться помощь какого-то учителя, наставника. Это может быть учение, это может быть человек, который поможет, подскажет. Вот. И я хочу вам обратить внимание, что
на фигуре верховного жреца, на фигуре Иерофанта тоже как раз изображены два треугольника. Их на самом деле здесь много очень фигур, но вот два треугольника отчетливо, то есть один идет вверх и другой вниз. Это то же самое про вот эти вот восходящие поток, который идет к Богу от нас, эволюционный и инволюционный. То есть когда мы обращаемся вверх, нужно и можно одновременно получать нисходящий поток. Я как-то давно ходила в церковь, и я вообще-то не была такой, знаете, ну, скажем так, сильно воцерклённым человеком, прямо скажем, вот, и как-то услышала, что вот на ребенка снизошла благодать. Я думаю, ну что это такое, что это за выражение такое, снизошла благодать. А сейчас я понимаю, что это такое. Это как раз-таки вот этот поток, который спускается на нас, и мы испытываем чувство такого удовольствия, умиротворения, когда не нужно ни с чем бороться, когда твоя голова достаточно пуста от ненужных мыслей, и при этом ты созерцаешь что-то очень-очень важное. Напишите ваши комментарии, мне очень интересно. Напомню, что если вы хотите повзаимодействовать со мной в плане Таро, то мои контакты есть в описании к видео. Вы всегда можете со мной связаться. Я буду рада общению, рада взаимодействию. Вот. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч!